Сегодня я расскажу вам о мамонтах. Все думают, что мамонты вымерли. А ты тогда что тут делаешь, чувак? Не мешай. Да, так и есть. Мамонты вымерли. Это не главное. Вот у меня есть подруга, точнее мамонт. И вот он такой говорит: мамонты сокс, мамонты сокс. А я такой ему отвечаю: ты хоть знаешь, что ты меня сейчас оскорбил? А он такой: прости, прости. А я ему говорю: не знаешь о том, что такое мамонты сакс, и не мочи тогда. Я вот один раз ехал в метро. Тьфу, как я могу такое? На айсберге, понимаете? И видел, как там другого мамонта обижали слоны. Мамочки, что-то не то здесь творится. Так, о чем я там говорил? Так вот, один раз я на... Ой, не метро. На айсберге ехал. И видел, там другого мамонта обижали слоны. Они говорили: фу, ты позер, ты позер. А я им говорю: вы что, совсем уже спятили? Вы сами от мамонтов произошли, понимаете? Мамочки, я летаю. Это я еще не видел ни разу. Кто это видел? Мамонты летают. Ну, ладно, идем дальше. А еще в нашей стае есть мамонт. Но точнее, он ведет себя как мамонт. Но у него нет бивней. Бивни, понимаете? Так раз уж ты называешь себя мамонтом, так подумай, возврати назад на несколько шагов свое эволюционное развитие, хотя бы на время до нашей эры.